Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. И сегодня мы с вами познакомимся с очень интересной, яркой девушкой, которая поделится секретами красивого новогоднего макияжа. Но прежде чем мы встретим ее в студии, я предлагаю узнать, какая погода ждет нас в эту пятницу. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Днем в горах порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 3 плюс 2, днем плюс 6 плюс 11. В горах местами плюс 1 плюс 6 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем плюс 9 плюс 11 градусов. Сегодня в гостях нашей программы присутствует визажист, мастер макияжа Анна Иевлева. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. Тем более повод такой интересный. Связана будет наша сегодняшняя беседа с новогодними такими, с новогодней подготовкой, с новогодним макияжем. Но прежде чем мы перейдем, скажем так, к десерту, я бы хотела познакомить наших телезрителей с тобой, потому что у тебя очень интересная история. Не просто становление как визажиста, но и твоей жизни в Карачаево-Черкесии. Соответственно, хотелось бы вот поделиться этой историей. Давай расскажем нашим телезрителям, откуда ты, как начинала заниматься макияжем и как ты оказалась в Карачаево-Черкесии. Это самое главное. Да, здорово, спасибо. Меня зовут Аня. Я вообще родом из Республики Карелия, но чуть больше 3 лет назад я переехала в солнечную КЧР, в солнечный Черкесск и, конечно, влюбилась. Мое сердце отдано Кавказу, местному колориту. И, собственно, я работаю уже больше 8 лет визажистом. И началась моя история красиво, с конкурсов красоты, когда я окунулась в всю эту закулисную историю, увидела, как прекрасные феи-мастера дарят нам эмоции, и поняла, что я хочу тоже дарить такие же положительные эмоции женщинам. Угу. Когда вот они на себя смотрят в зеркало, улыбаются, нравятся себе, и для меня это, конечно, такая небольшая победа сразу. Угу. Ну и здесь я уже чуть больше 3 лет, точно так же я занимаюсь макияжем, работаю с женщинами, я обожаю женщин, и преподаю, обучаю визажистов, новое поколение, так скажем, взращиваю. Это здорово. Скажи, пожалуйста, вот этот момент твоего переезда в республику, как так получилось? Ты вот приехала, сразу поняла, что вот это твое место, или все-таки вот как-то несколько поездок было, и что стало для тебя решающим моментом, когда ты все-таки решилась, молодая девушка, уехать-то далеко достаточно от дома? И, ну, я так понимаю, ты живешь здесь одна, без родителей? Я сейчас здесь одна живу, да. Мама у меня вообще родом из Майкопа. У нее душа кавказская, но в Карелии она живет практически всю свою жизнь, с 18 лет, но всегда тянула обратно на Кавказ. С 19 года мы стали летать сюда отдыхать, но любовь, наверное, случилась со второго прилета, потому что тепло, южный менталитет, вот это вот кавказское радушие, гостеприимство, да, когда все стали звать в гости. Для нас, конечно, шок было, потому что в Карелии люди не менее прекрасные, но более, наверное, холодные. На Кавказе горячие, да, с лезгинкой. Хотелось тепла, хотелось солнца. Здесь как-то стало очень быстро складываться общение с людьми, с женщинами. Девчонки, даже незнакомые мне, просто стали подписываться на меня в Инстаграм, звать на кофе. Давай мы к тебе придем моделью, на макияж, давай познакомимся. И так вот все закрутилось, и в какой-то момент... Обзавелась связями. Удивительно для меня это стало. Я почувствовала, что вот... приехала как будто бы домой, хотя я родом вообще не отсюда. И действительно здесь обрела какой-то свой круг и друзей, и могу их назвать своей семьей. А скажи, пожалуйста, вот этот переход, все-таки какие-то традиции, да, немножечко, может быть, обычаи, легко ли было вот в эту среду как-то влиться? Или были моменты, когда ты себя чувствовала немного, понимаешь, что... Чуть старшее поколение, у мамы здесь были друзья,
и остаются. И, конечно, они взяли меня здесь под свое крыло, под ответственность, и стали обучать тоже кавказским, на самом-то деле, традициям, потому что... Какие-то нюансы рассказывали. Ой, рассказывали, я не все сначала понимала. Что-то давалось тяжело, моему мозгу, так скажем, восприятию. Но а что было вот такое, запомнилось, что тебя, приятно удивило, скажем так, может быть, из каких-то вот традиций? Наверное, наиболее приятно уважение к старшим. То есть, когда заходит старший, ты всегда встаешь. Не сказать, что у нас не уважают старших, но здесь, наверное, это более ярко выражено. Так бы я бы сказала. Но нельзя не отметить воспитание, конечно, кавказское. Приятно наблюдать за семьями, именно вот за детьми, как вот они чтят традиции, именно вот как уважают родителей. Приятно вот это. Это очень здорово, что ты так легко, скажем так, прошла вот эту адаптацию. Тем не менее, 3 года – это уже не маленький срок, и, соответственно, ты уже выстроила какую-то, как ты сказала, свой круг общения, клиентскую наверняка базу. Да. Вот касательно твоей работы, хотелось бы немножечко больше узнать о твоем становлении как визажиста. Вот основные вехи, как ты считаешь, что тебя сделало вот таким топовым мастером на сегодняшний день, что помогло тебе вот стать таким опытным? Наверное, я постоянно шла в страх. Это такой главный компас был для меня и остается. Я всегда иду туда, где страшно было, но исключительно по зову сердца. Так я стала визажистом. Потом у меня были некоторые периоды выгорания. Я не справлялась с какой-то критикой, когда я помладше, конечно, была. Но, наверное, главный такой скачок был примерно лет 5-7 назад, вот так вот 6. Я открыла в Карелии свою студию, у меня там работали девочки тоже. А потом, собственно, когда я переехала сюда, потому что это был максимальный такой выход из зоны комфорта. Не скажу, что это было прям просто, особенно первые несколько месяцев. Но Кавказ научил меня работать с разными женщинами, понимать... По темпераменту, По темпераменту, да, определенно, потому что нужно было подстраиваться, нужно было учиться и вообще воспринимать другой менталитет. Вот, поэтому, наверное, мой рост активный, он начался здесь. Когда у тебя здесь никого нет, тебе нужно общаться, тебе нужно понимать, тебе нужно знакомиться, конечно, ты растешь активно. Наверное, в деятельности любого визажиста огромное значение имеет, получение новой информации, каких-то новых навыков, может быть, какие-то курсы, может быть, какие-то онлайн-марафоны. Вот хотелось бы узнать, как с этим обстоит дело, постоянно ли обучаешься или пока вот нет времени из-за того, что сама обучаешь как-то? Да, я обучаюсь, часто обучаюсь. Конечно, в начале пути мои обучения были более частыми. Сейчас я покупаю какие-либо повышения, но, наверное, иду на обучение к другим мастерам, к более топовым коллегам, именно за вдохновением. Потому что без вдохновения в нашей профессии, никуда. И сейчас художники, Да, безусловно, художники, но, наверное, у нас более прекрасная профессия, потому что ты еще коммуницируешь живыми людьми, живыми женщинами и видишь еще и эмоции, заряжаешься. И сейчас я участвую в онлайн-марафоне моей коллеги, ее зовут Наталья Шик. Я знаю, что еще другие визажисты из Черкесска тоже участвуют в этом марафоне. Ну и было бы, конечно, здорово, если бы кого-нибудь из нас заметили. Это очень классно прокачивает навык, очень вдохновляет. Ну и в целом ты клиенту показываешь, что ты можешь чуть-чуть больше, чем обычно. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, каждая ли девушка способна научиться красиво красить и краситься? Безусловно, особенно если эта женщина умная, потому что я считаю, что все-таки женская сила в нашей привлекательности, и умная женщина та, которая это принимает, и не бежит от своей природы. Но не все хотят учиться, многим кажется, что это что-то сложное, либо хороший макияж обязательно должен быть дорогим, не верят в силу масс-маркета, например, хотя есть очень классные продукты. А на самом деле любой человек обучаем, главное — желание. То есть ты не сторонница вот это вот, как, бывает, слышно, мы за натуральность. Да, бодипозитив. Да. Я за натуральность, безусловно, и мне кажется, что время силикона, так скажем, и ненатуральные красоты искусственные, оно проходит, и это очень классная тенденция. Я вообще свою философию определила изначально, когда пришла в макияж. Я за то, чтобы женщины начали себя принимать, любить, чтобы они были уверенными в себе. И неважно, в косметике ты или
без макияжа, да. Ты должна от себя кайфовать в любом случае. Но макияж — это такой главный инструмент, главный навык, которым мы способны прокачать свою вот эту вот уверенность. Угу. Например, я 16 лет болела акне, высыпание. И, конечно же, конкурсы красоты и просто общество женщин. Ты смотришь на прекрасных дам с идеальной кожей, а у тебя не такая. И вот любовь с макияжем у меня случилась как раз-таки в тот момент, когда я научилась краситься и смогла на себя примерять вот эту идеальную кожу. Естественно, было лечение, процедуры. Но вот на какой-то период времени макияж стал для меня такой маской и повысил, конечно же, мою уверенность. Да, вот ты, как мастер, наверняка умеешь делать самый разный вид макияжа, но есть ли у тебя любимый? Может быть, это нюд, смоки, я не знаю, как, да, что-то такое. Есть любимый. На себе я предпочитаю всегда нюд, когда особенно времени нет. Это самый простой макияж и самый актуальный. На самом-то деле женщине много не надо. Но самый обожаемый — это смоки. Я бы хотела сегодня его тоже показать, подсказать где-то. Вот, тем более впереди Новый год, и будут продукты, которые создадут такое более праздничное настроение. Раз уж мы заговорили про Новый год, который буквально у нас у всех на носу, да? Каждый год визажисты, мастера красоты, они всегда вот дают какие-то, я не знаю, наставления касательно тенденций модных, да, что будет актуально. Вот ты как визажист, расскажи нам, пожалуйста, девушкам, да, прекрасной половине человечества, что лучше всего подойдет нам к Новому году? Как встречать? Но это точно идеальная кожа, сияющая, с минимум, наверное, какого-то блеска, потому что супер яркие хайлайтеры, это блестки, они остались где-то позади, далеко, да? Да, позади, более такой сатиновый эффект. А на глазах как раз-таки можно добавить блесточек побольше, чтобы их выделить, чтобы добавить вот это вот праздничное настроение. Ну и, конечно, красные губы. Я слышала, что в новом году, году дракона, красный цвет является, да, актуальным, удачным, так скажем, и почему бы его не примерить, собственно, и на себя. Ну и это в целом классика такая. Ань, я знаю, что ты сегодня пришла к нам в гости не одна, и пришла ты к нам вместе со своей моделью, на которой, собственно, я думаю, ты нам и покажешь, да, несколько лайфхаков, как сделать свой новогодний макияж ярким и незабываемым, да? Что ж, я предлагаю прямо сейчас перейти к мастер-классу и подсмотреть некоторые секреты топового визажиста. Я хочу сегодня вам показать простой, но праздничный макияж глаз. Моя модель уже сидит с подготовленным лицом. Мы нанесли и тональное средство, и губы, и коррекцию лица. И останется только самое сложное для многих – это макияж глаз. Но сегодня я покажу очень простую технику смоки, которая подойдет абсолютно всем. Для начала я нанесла базу под макияж. База нам служит таким устойчивым фундаментом под любую текстуру сухую, чтобы у нас тени не скатывались. Далее я буду использовать однушку теней. Она сияющая, такого приятного коричневого оттенка, которая точно так же подойдет всем. Глазки закрываю. Нам нужно эту тень нанести на все подвижное веко. Прям пальчиком. Поскольку у нас уже есть основа под тени, то наши блестки прекрасные никуда не убегут. И прорабатываем аккуратненько пальчиком. Открой глазки. Угу. И на второй глазик точно так же. Тренд этого Нового года – это сияющие глаза и сияющая здоровая кожа. Чтобы добиться сияния не только на глазах, но и на коже, нужно подготовить отлично свою кожу, хорошенько увлажнить, даже если у вас жирный тип кожи. А также наносить увлажняющее средство и использовать кремовые текстуры. Например, кремовые румяна или кремовый хайлайтер. Далее нам нужно будет взять любую пушистую кисть и нанести хайлайтер. Хайлайтер у нас выполняет функцию подсвечивания кожи, и мы этот хайлайтер наносим под бровь. Задаем себе блестящее настроение. Угу.
И далее нам нужно будет обработать орбитальную складку. Орбитальная складка нашего века – это складка, которая соединяет неподвижное веко с подвижным веком. Что нам дает орбитальная складка, выделение орбитальной складки? Глубину нашего глазика. Прямо. Орбитальную складку мы можем прорабатывать либо бронзером, либо скульптором, либо любой светло-коричневой тенью. Такой макияж подойдет абсолютно всем, даже если у вас нависшее веко, потому что он как бы увеличивает наши глазки. И далее мы продублируем то же самое на нижнем веке. Прям пальчиком. Наносим на все нижнее веко, на весь наш объем, чтобы еще больше увеличить глазки. Вообще любые блестящие тени за счет своего светоотражения визуально глаза увеличивают. Многие думают, что макияж это либо долго, либо очень дорого, но на самом деле вот такой макияж занимает буквально 7 минут. И это супер просто. Я не использую сейчас никаких очень дорогих продуктов. В основном это либо масс-маркет, либо middle сегмент. То, что доступно абсолютно всем. Далее, чтобы задать глубину нашему глазику, нам нужно взять любой карандаш коричневого оттенка. Я использую сейчас коричневые оттенки, потому что они более актуальны, они более носибельные и с ними более комфортно, чем с тем же самым черным цветом. Глазки закрываем. И нам нужно прорисовать линию вдоль роста ресниц. Не принципиально делать это очень аккуратно, потому что дальше мы будем эту линию стушевывать. К внутреннему углу глаза, естественно, эта линия должна сужаться. Сохраняем как бы анатомию наших глаз. Открой глазик. Угу. Теперь вниз и туда. Угу. Далее любой кистью мы просто стушевываем верхнюю границу нашей линии. Поскольку карандаш – это кремовая текстура, ее обязательно нужно будет закрепить любой сухой тенью в оттенок макияжа. Это может быть и черная тень, и коричневая, и темно-синяя, любая. И то же самое мы сделаем на нижнем веке, но только своей модели я прокрашу еще нижнюю слизистую для большей глубины глазика. Если вы не любите прокрашивать слизистую нижнюю, то можете этого не делать. Наверх. И чуть-чуть спускаюсь, опять же, в линию роста ресниц. И опять стушевываю. Поскольку не все умеют делать макияж, от этого многие боятся и косметики, и макияжа. Многие думают, что макияж портит лицо, портит кожу, вызывает старение. На самом деле это предрассудки, вовсе не так. Главное тщательно очищать нашу кожу перед сном. Стушевываем. И далее нам получившийся каркас из карандаша нужно закрепить сухой тенью. У меня это темно-коричневый оттенок. Закрываем. И притаптывающими движениями я закрепляю вот наш каркас. С нижним веком точно так же делаем. Вниз.
Далее мы продублируем все те же самые действия на втором глазике. После того, как мы нанесли все продукты для макияжа наших глаз, нам останется только прокрасить хорошенько тушью наши ресницы. Прокрашиваем мы и верхние, и нижние ресницы. Старайтесь прокрашивать реснички от самого корня, чтобы взгляд был не пустым и более глубоким. И в таком макияже глаз можно использовать коричневую тушь. Она как бы дополнит такой мономакияж глаз. Черная тушь, конечно же, задаст более контраста. Такой макияж занимает буквально 10 минут. Делается он очень быстро, очень легко. Используйте более сияющие текстуры, чтобы создать более праздничный такой эффект. Сияющей кожи, сияющих глаз. И желаю вам хорошего Нового года. Пусть макияж будет для вас главным аксессуаром. Вот такое яркое, интересное и полезное доброе утро было у нас сегодня. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам хороших выходных.